Пою, так я ее пела в детстве. Епископ властью Богом данной печаткой перстня скрепил решение предать блудливую девку Анну святому огню на очищение за то, что дерзкая красотою мужчин губила, губила сразу они. Роняли честь и теряли разум у стражи той, что застала голой ее преступницу в час купания. Дрожали руки, срывался голос, когда ее вели на дознание и в каземате у магистрата, где заточили эту красотку. Нечистая сила неоднократно срывала замки и засовы решеток. И вот уже огонь пылает, и диво дивное видят люди. Огонь преступницу обнимает, целует плечи ее и руки. Хранят ли думы былые арки, а люди шепчут: «Святая Анна».